необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче. 140 солнц закат пылал, в июнь катилось лето, была жара, жара плыла. На даче было это. Пригорок Пушкины горбил Акуловой горою, а не с горы деревни был, кривился крыш корою. А за деревнею дыра, и в ту дыру, наверное, спускалось солнце каждый раз, медленно и верно. А завтра снова мир залить, вставало солнце ало, и день за днем ужасно злить меня вот это стало. И так однажды из-за зрячества в страхе все поблекло, в упое я крикнул солнцу: «Слазь! Довольно шляться в пекло!» Я крикнул солнцу: «Дай маэт, занежен в облакаты!» А тут, не зная ни зим, ни лет, сиди и рисуй плакаты. Я крикнул солнцу: «Погоди, послушай, златолоба, чем так без дела заходить, ко мне на чай зашло бы». Что я наделал? Я погиб. Ко мне по доброй воле, самой остинув луч шари, шагает солнце в поле. Хочу испуг не показать и ретируюсь задом. Уже в саду его глаза, уже проходит садом. В окошке, в дверь, в щель войдя, валилось солнце масса. Валилось, дух переведя, заговорила басом: «Гоню обратно я огни, впервые сотворение. Ты звал меня? Чьи гони? Гони, поэт, варенье!»